Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Shadow Fight 2. Всем я желаю... Да господи, ну, черт, Салаха, что ты творишь, блин, а? Господи, он меня избивает, пацаны. Вот уже практически на Титане прошел всю игру, и до сих пор не научился играть. Вчера была 100-я серия, чуваки. 100-я серия. Ты понимаешь, правда, в плейлисте, кстати, намного меньше серий, поэтому некоторые подумали то, что я даже ошибся с серией. Но нет. Нет, ребята, все правильно. Короче, вчера, так сказать, я немного отпраздновал, ребят, такое событие. Все-таки не каждый день бывает. Но вчера, блин, я просто, ребят, извините, пожалуйста, во-первых, всего одну серию выпустил. Ну, никаких других видосиков, потому что очень-очень устал. Там с котиком проблема у него, короче, прикинь, стоматит, там надо его мазать каждый день, потом у него что-то опух подбородок, ему надо было давать таблетки, в общем, как-то это на Эл называется. А мне, ребята, нужны особенные таблеточки, не бомбин. Не бомбин, пожалуйста, мне. Короче, пацаны, 101-я серия, ты понимаешь, братишка, офигеть. Я не знаю, что нас ждет в Shadow Fight 2, Special Edition, но... Подозреваю, что говорят, что будет немножечко скучновато еще так же, потому что мне вчера написали, сказали, то, что нельзя, оказывается, зачаровывать оружие, пацаны, вы серьезно это? Напишите, пожалуйста, потому что, блин, это офигенно, это всегда было офигенно, а сейчас получается, блин, ну это, ну и броню, получается, нельзя зачаровывать, капец, как так? Но, смотри, там зато фармить не надо будет. Толком. Там мне рассказали то, что выживание... Ну, блин, вы уже все заспойлерили, пацаны. Ну, спасибо вам огромное. Реально, все равно вы столько годных советов мне даете, хоть и балбес еще тот. Ой, блин, попугас по-русски говоря. Ну, ничего, ничего, ребята, идем к цели, так сказать. Короче, здесь, оказывается, еще будут вот эти вот кристаллики. Прикинь, выживание. Вот о чем мне еще говорят. Ну, шо, ребят, ну, блин, я еще не готов к нему. Ну, и слава богу. Стадия 6 из 16. Ребят, мы накопили с тобой 350 вроде тысяч. И смотри, смотри, братиш. Мы сейчас, я точнее сейчас... О, все, тут уже сейчас будет. Ребята, мы... Знаешь, а я пойду на безумном прямо сейчас. Или как лучше сделать? Не, лучше я дождусь, ребята. Я не хочу целую серию одной битвы посвящать. Какого фига? Политоксиновый панцирь. Офигенный панцирь, пацаны. Как будто, я не знаю, бочку. Вот у моего бати чисто в саду такая же бочка для воды. Вот просто посмотри. Чисто один в один. Зеленая, блин, с желтым. Какие-то еще трубки какие-то, какие-то дырки, как будто, знаешь, туда, наверное, карандаши суются и затачивают. Офигеть, представляешь, если бы в школу ты должен был в такой школьной форме ходить. Сзади специальные подставки для, там, я не знаю... Капец, это инновации, чуваки, это просто инновации. Представьте, специальные подставочки, чтобы сосед, точнее, кто на задней парте, к примеру, он ложил, например, букварь, там, учебник, точнее, вот на вот эти вот штучки, ребята, вот это, вот, я знаю, что курсора нет, вот внизу, видишь, эти зеленые штуки, пипец, то есть у тебя бы буквально, а кто первый сидит, как он тогда, как ему тогда быть, как, ну, придется вот так вот, конечно, первые парты это самые такие. Я всегда на последней сидел. И, о, было, ребята, развлекался, будь здоров. Там мы в картишки играли. Помню, это вообще жесть. Ну и хреново закончил школу, между прочим. Но, потом колледж, потом универ, ребят. Ну вот, как-то так вот рассказал. Так, дядь. Опа, да ладно, я это полностью прокачал. Прикинь, кристаллоидный визор. Тут чисто дырка для носа только. И как будто он, знаешь, он может вот этой штукой бодаться вот так. Ну все, хорош. Ребята, пошутили и хватит, пора уже играть. И честь знать. Невозможно. Блин, ну как-то жалко. А тут что? Достигни стиля брутал. Так, по сути, это можно. Давай-ка мы достигнем. Давай-ка, Сайфер, вперед. Блин, у Сайфера клевое оружие, то, что он мины вот эти вот ставит, это просто офигенно, ребята. Он минку поставил, все, отлично, идеальненько. Ну что, пацаны, за вас спасибо, кто лайкосы ставит, ребят, вы лучшие. Итак, опа, два брата-акробата добило. Но, просто, брутал, где там мой? Ну, по идее, тут можно брутал и не добиваться, тут можно его расхреначить. Но только проблема... Не, ну это было забавно, блин, дурацкая атака эта.
Да куда ты пошел, дядька? Ай, задел все-таки. Не-не-не-не-не, знаешь, как надо? Вот-вот. Ох-ох-ох-ох, больновато было, прям по челюсти. Как мне теперь пиццу жрать? На! Сигнус. Синус, катангенс, танкенс. Блин, я уже даже ничего не помню из этого. Господи, что было на самом деле? Ребят, вы слышали? Как будто у меня желудок заурчал, забурчал. Блин, у меня 38. Фу, напердел, охренеть. Господи, ну это вообще прикол. Так ты сволочь. Тихо, 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 у нас же мало жизни, дядь. Так, перди, перди давай, желудок. Ох, несварение. Блин, нас спасла бра... О, это отлично, это замечательно. Но осталось чуть-чуть времени, поэтому надо быстрее. 7 секунд, боже! Давай, дядька, ну ты черномор, блин, а? Все, проиграл, Тайм-ап, тайм-ап. И какого хрена, где судья? Намыло это все говно. Так. Я могу кое-что сказать, ребят, в свое оправдание. По крайней мере... В самой первой серии по Shadow Fight 2 я играл хуже. Я играл хуже, сейчас я чуть-чуть получше играю. Блин, но я нестабилен, ты видишь, я уже ненормальный, я уже псих. Ладно, let's go. В этом бою ты проиграешь, если простоишь 5 секунд на земле. Проиграешь также, если упадешь. Чувак, откуда у тебя такие дурацкие... Это как... Тамада какой-то, и мероприятие хорошее, и конкурс интересный, и люди неплохие, но вот тут вот меня все бесит. Конкурсы плохие. Люди говно. Охренеть, если я упаду, все, хана мне. Дядь, успокойся. Да боже мой! Упал! Ну ты собака, а! Ну жесть просто! Все, он сейчас... Так, вот это мне уже вообще не нравится, если честно. И что вы мне предлагаете делать? Так, у нас есть ноги, братиш. У нас есть ноги. Когда ты не можешь оружием вообще ничего не делать, я вспоминаю хорошую тактику. Бери ноги. Ноги в руки и вперед. Давай. Ноги в руки. Так. Сейчас все будет, пацаны. Сейчас все будет. Я уже ненавижу голема. Короче, есть специальный такой прием. Проигрывать, собака. Ты че, блин, охренел, что ли, в край, блин? Голем ссаный. Так. Подумай. И музыка такая. Вроде как успокаивающая такая. Но на самом деле эта музыка играет на моих нервах. На нервах. Бака, как ты меня бесишь? Ты меня просто бесишь, ублюдок! Ссаный! Тебе всю серию я не собираюсь посвящать, ублюдок! Ублюдок! Боже ты мой! Заново! Боже, ну давай же! Как же мне его разложить-то так? Это знаешь, как в шахматы, блин, партия. Вот меня дед вообще всегда выигрывал. Опа. Как шахматы, давай, как дед. Дед! Дедукус, дед! Дед рулит.
Дед правильно говорил. Реально, как в шахматах надо все. Жизнь игра, игра красивая. Недаром у него набито там. На одном месте секретном. Но! О, спасибо, брат. Привел меня в чувство, так сказать. Да какого хрена, блин, ты повалил? Я же тебя быстрее повалил, ты ублюдок, ты засранец! Так, дед, вспоминай слова деда. Вспоминай слова деда, он же дед. Но! Ядрить ты просто, дед, охренеть! Дед, это сила, ребята. В чем сила, брат? В деде сила в деде. В правде, правда то, что дед рулит. О боже, я все слил, я чисто всю слил. Кали, для полуночной энергии ее можно восполнить за кристаллы и получить... Ну, конечно, за кристаллы, ну, конечно. Нормально. Ну, победа по очкам, только удары в голову. Давай, короче, сейчас я восстановлю. Катана Сигуна улучшена. Отлично. Короче, 3 энергии у нас, ребята. Пока погнали. Да, блин, я заколебался. Блин, нажимать на эту рекламу. Давай поиграем немного. Итак, нормально. Опа, вообще практически ничего не меняется, но нам нужны, как ты понимаешь, победа по очкам, только удары в голову. Ох, дядь, это не... Блин! Так, Мефисто. Крутой чувак с бензопилой. На самом деле бы маньяком он пошел бы куда-нибудь. Как он Титана не мог завалить? Он же крутой такой. Выглядит круто, а на деле... На! Есть! Раз. Так, тихо. Два. Короче, вот это три. Вот эта атака просто лучшая. Дед, ты рулит. Дед всегда говорил. Господи, атака деда. Блин. Супер. Да нет, конечно, дед тут вообще... Причем тут еще дед? Опа. Опа. Пять. Ювин. Сейчас главное не проиграть. О, пошло. Дядь, ты меня убиваешь вообще-то, дядька? В смысле ты меня убил? Чего, блин? А это законно вообще? Да иди нахрен, блин! То есть он-то меня может спокойно хреначить? Фух, пацаны, если честно, я сейчас переживал, я очень переживал. Блин, супер, мы это сделали, мы его сделали, уделали. Все, конфетка, просто конфетка. А дальше уже невозможно, смотри-ка, каменный лесочек. Так, а снаряжение уровня 47. И у меня, по идее, магазин, обрати внимание, что ты можешь... Блин, у меня что-то не хватает, пацаны, нет. Ну, тут уже я не смогу ничего купить, блин. 350 тысяч нам нужно. Слава богу, у меня, конечно, ударная волна прокачана до 47-го. Шлем, все вот это вот такое вот. 350. Где нам 100 тысяч раздобыть? 8-800. 5-5-5-3-5-3-5. Проще позвонить, чем у кого-то заниматься. Ну ладно, дядь, давай мы с тобой сейчас 4 тысячи дают. А тут 14, давай, я хочу сюда. Идем, погнали. Нет, ни у кого мы никуда мы звонить не будем. Мы сейчас вот этого Сигнуса, вот этого, из этого дядьки сейчас как гопнички вот так вот выбьем сейчас немножечко, 100 тысяч. А дальше мы можем на аренку там сходить, и все будет отлично. Итак, смысл прост. Вот так вот делать. Ну, притом, блин, одновременно, что за фигня-то?
Да ни хрена ты, дядька-то Черномор. Да бесишь ты меня уже. Да иди нафиг, блин. Рикошет. Так, ноги, точно, пацаны. Ноги, ноги, ноги. Вспоминай про ноги, дядька. Фу, я ни хрена, я... Брутал, брутал, мы смогли с тобой набить, ответить. А все, все, дядь, все. Шелест, 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 звон монет. Или вот, вот таких вот, вот биточков, битков. 343 тысячи, все, мы можем сейчас быстренько на фабрику зайти, так сказать, побродить, походить там у бомжей немножечко так, хопа, хопа. Блин, а сами без пяти минут бомжи, блин. Ах, я помню такую мудрость от дяди. Да блин, когда-нибудь мы все будем греться у баков. Ну знаешь, как типа бомжи там, бомжи в Америке там в перчатках без пальцев греются, стоят там постоянно. Чё к чему, зачем он это сказал, я не понимаю, ребята, честно сказать. Что за бредятина? Но привыкай. У меня на канале вообще полный бред постоянно несется, поэтому... Поэтому привыкай. Ты тоже дядя. Все дяди у меня. Это еще пошло с дядей Федором. Все вы дяди, пацаны. Хоть тебе там 10 лет, хоть там 5 лет, ты дядя. Ты уже дядя. Ты дядя. А, че, кулачки? Опа, оп, 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 оп. Так. Ну давай, ладно. Че, убьем его, ребят? Да я сказал, убьем, блин. Ты че, меня позоришь перед зрителем, сука? Если бы сейчас онлайн-трансляция была, ну-ка, зараза-то какая, а? Меня просто уделывают. Это как помню Хабиб против Макгрегора, и Макгрегор, конечно, там уделался. Все просто офигели. Ты помнишь, как Хабиба там ненавидели? Там он просто поскакал так. Есть, все, хана этому мародеру. Все просто офигели то, что Хабиб смог... Так, ну тут уже... Я не даю даже добраться. Оп. Вставай. Солнышко, вставай. Не, ну ты не солнышко. Но! Ты ублюдиха. Какого хрена? Так, все, мы 3 раунда выжили. Можно и помирать с честью и достоинством. Ой, дядька, а ну-ка. Ох ты, блин, на. Пинок, пинок, унижаем. Ну чисто унижаем, на, на. Оу, оу, нас унизили грязью в пол грязь. Так, 13 косарей, зато 56 тысяч. Все, дядь, мы сейчас купаемся в деньгах, ты понимаешь? Мы сейчас купаемся в деньгах, мы просто в долгое время, да-да-да, я знаю. 400 тысяч, пипец, все, мы сейчас, мы, у нас новый уровень будет, ты понимаешь? 48-й, блин, это уже капец как-то. Так, только не это мне надо. Сейчас, прикинь, другое прокачаю. Мне это, не, нельзя мне другое прокачивать. Все, ждем чуть-чуть времени. Так, пацаны, циркулярные пилы у нас улучшены. Все, все, все. Теперь мы наконец-то идем просто их... Погнали. Блин, если честно, я иду... жду уже. Жду. Боя! Так, опять безумно? Серьезно? Безумно все равно? Ну, давай посмотрим. Я, в принципе... О, нет, только не она, боже мой. Боже мой, только не гарпия. Серьезно, она меня очень бесит. Вот эта вот курица, ребята. Я помню, один раз в деревне был, блин, курицу, короче, взял. Ребята, как она начала орать? Она уж подумала, наверное, все, ее резать будут, блин. Она... Я ее поймал, прикинь, я ее сам поймал. Офигел, на самом деле. Ох, дядька. Так. Короче, немного... Ну, немного есть, но... Блин, она реально жесткая. Жесть. Давай, брат, ну вот-вот хорошо ж было. На! Да боже, ну хорошо... Ну так хорошо же идет. По ноге, по мизинчику, сука. Мой мизинец. Мизинни. Мизинни для желудка незаменимы. Да боже, ну так какой хороший, блин, вариант бы был сейчас.
Ну, это пипец какой-то, если честно. Для боя нужна энергия. Сволочь, сволочь. Ты сволочь. Ты это знаешь, что ты сволочь. Ну, теперь бабки, блин, ну капец. Как-то надо раздобыть. То есть мы эту курицу не сможем победить. Так, ладно, еще один разочек мы попробуем. Так, друзья, ну погнали, блин. Конечно, мне вообще не нравится. Как же нам пройти эту гарпию? Как она меня бесит. Ну, сегодня хотя бы не один боец, а это меня очень радует. Хоть это очень долго, чуваки. Как же я вас бесю, да, наверное? Бесишь уже. Да я же первее. Да господи, ну... Ну как так можно подгадывать-то? Дед! Слово деда! Вспоминай! Так, что накинет? Ни хрена себе! То есть... Вот так вот? Ой, мне повезло, мне чисто повезло. Так, чуваки, погоди. Точно, точно, вперед, let's go. Отлично. Фух, отлично, пацаны, короче, давай вот так вот будем делать. Ребят, вы, надеюсь, меня простите, но давай вот так вот пройдем, реально. Я просто по-другому не смогу пройти. Давай, давай, братишка, есть, давай. О, больновато, да? На, засранка, так тебе и надо. Все, сейчас надо аккуратно собраться, ребят. Блин, у нее вот такие вот. Ой, дядька. Не, тут уже так не сделать. Пипец, просто ты видишь, как она меня выносит. Так, у меня есть магия, это уже хорошо. Раунд 3, должны не просрать. Только не скачи назад. Ведьма. Офигеть. Тихо. Боже, почти прошел это говно. Ну ты ублюдиха, просто я вообще тебя ненавижу. Вообще так хорошо, такие удары красивые были. Ну когда вот именно надо, вот хрен там плавал. Пошло. Так. Да чё за хрень? На! Наказывай и убивай! Отлично. Первый раунд за нами. Охренеть, ребята, как это жестко. Ну вот ты же знаешь, что она сейчас начинает вообще жесть, что делать. Угу. Просто на. Как медведь, знаешь, лапой. Миша вот так вот делает. То же самое сейчас она делает. Жесть. Боже. Нет. Да. Фух. Чисто только благодаря зачарованиям мы ее вынесли, пацаны. Е. Фух. Ну это было сложно, ребята. Ну блин, вот сейчас реально офигенные серии пошли. Ну блин. И еще Сайфер нас поздравляет. 48 уровень.
Боже, это красиво. Ох, дядь, ну надо рикошет. Мне прям говорят рикошет, так что давай 30% шанс. Фух. Да, да, ребята, да, 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 на следующий... следующей серии, я думаю, будет очень круто. Уже скоро будет, блин, даже плююсь, аж плююсь. Микрофон бедный, он этого не заслужил. Друзья, не забудьте поставить лайк, на этом все, бай-бай, дорогие братишки.